Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, давайте, наверное, начнем с армии. Посмотрим, что у нас здесь. Вау, ха-ха, тыквоголовый. Да, ребят, я вчера проходил ивент и заработал немножко карточек. Поэтому он у меня получает третью звезду. Ну-ка. Вот так вот, оглушение головы. То есть шанс оглушить врага. Хм, неплохо. Так, но его нужно будет прокачать, ребята, пока нет денег на это. И... о, да, ребята. Ха-ха. Моя мышка летучая, наконец-то, чумная, получает третью звезду. А это говорит о чем, ребят? О том, что, скорее всего, она уже будет у меня в основном составе. Вы знаете, да, какая она противная, мерзкая, по крайней мере, для меня, когда она воюет против меня. Когда же она будет на моей стороне, оно самое нежное и ласковое существо на этой планете. Ну что, ребята, наверное, приступим мы с вами с ежедневки, да? У нас разыгрывается, как мы видим, тигр. И... воу, смотри, каково здесь дали. Ха. Так, жаба с пушкой, да? Потом тигр, прыгун и саблезубый бородавочник. И все, причем здесь... так, ну вот бородавочник и тигр, они очень крепкие, хоть и дорогие юниты. Но он прикрывается, ребята, он прикрывает себя прыгуном, оборотнем и жаба с пушкой, которую, ребята, может замораживать, не забываем об этом. Но у него база всего трехзвездочная. Хорошо, давайте посмотрим, кого мне дадут для выполнения этой цели. Я вижу циркуляру, молотильщик, я вижу самурая, я вижу лучницу. Оу, всего три юнита мне дают. Да вы что, вы издеваетесь? Ёпрасоте, ребят, там летающих нет, да? Нету. Хм. Вот это подстава. Ладно, ребят, я, конечно, попробую, но смотрите сами. Тут тигр, тут бородавочник, а у меня нету тут нормальных танков, которые могут просто-напросто их пробивать. Молотильщик, но он ватный против них, хоть и крит наносит нехилый. Ладно, ребят, давайте первый бой, как говорится, показательный. Он, в принципе, и определит нашу судьбу. Я даже здесь босса не могу взять. Не знаю, ребята. Просто не знаю, что и даже и делать. Так, что, куда ты? Ну, как всегда, ребят, видите, да? Бородавочник начал довольно лихо. Довольно лихо начал. Сейчас вот только не хватает здесь тигра. А он и вышел. Давайте вот так вот сделаем. Опс. Ну-ка нафиг, как говорится, с ним шутить еще тут. Это что, вот сейчас было специально так сделано, да? Это было, ребят, специально сделано. Опять, смотри. Хорошо, что он убил у нас с вами темного рыцаря, у которого и так не было здоровья. Оу, а здесь прыгун появился. Так, ну ладно, прыгун у нас без ярости, поэтому мы его здесь разбираем легко. Да что ж ты будешь делать-то, ёпрасоте, ребят, ты посмотри. Давай вот так сделаем. Опс. Оптимально сейчас было. Если у него сейчас будет каждый раз вот так вот срабатывать при смерти тигра его суперудар, мы с вами далеко не уйдем. Мы по времени просто сдуемся. Скорее всего, так оно будет, ребят. Ну, давай, 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 давай. Так, хорошо. Правда, у меня тоже молотильщик срабатывает со своим суперударом, ребят. Но это все равно не то. Поехали. Опс, есть. Фу, а 22 карточки тигра, ребят, это, я считаю, очень даже хорошая находка. Согласитесь. А, тут так вот сделать. Тут даже не 22 карточки, тут 16 бородавочников и 16 тигра. Даже 2. Ну что же, я не против. Давайте еще разочек попробуем с вами пройти той же самой командой. Вот если бы здесь, предположим бы, да, у меня был бы раскачан хилбот, то, возможно, самурай с хилботом плюс молотильщик — это была бы неплохая комба, ребят. Потому что у него... а, нет, у него есть прыгун. У него есть прыгун, поэтому эта комба очень быстро бы пала под натиском прыгуна. Потому что прыгун перепрыгивает и, соответственно, вы знаете, начинает бомбить наших вот этих вот саппортов. Поэтому нет уж, лучше как есть. У нас здесь черный рыцарь, который имеет шанс оглушить врага, мы это помним. А пока враг у нас оглушенный, у нас есть молотильщик, который
который здесь упадет. Ну ничего страшного, ребят, ничего страшного. Ой, а вот это уже плохо. А вот это уже плохо. Вот так вот, оно будет лучше. Слушайте, тигр даже выдерживает, ребята, удар. Кто не понял я, что это за знак такой сейчас был? А, улитка звезданула, понял. Она, видимо, успела вылупиться и... Ой, а здесь вообще, смотрите, как хорошо идем, ребят. Вообще отлично. Даже прыгун здесь не помог, хоть он и вниз совпал. Видели, да? Побежал со скоростью света. Но мы все равно успели разбомбить базу. Смотрите, 13 карточек тигра и 9 карточек бородавчика. Слушайте, давайте тогда уже и третью попытку мы с вами потратим. Как говорится, ребят, вы в любой момент можете перемотать это все. Ну, раз уж я снимаю, я буду без дубляжа. Мало ли, кому-то может интересно посмотреть. Мне отлично интересно. Смогу ли я пройти третью или нет? Вы знаете, что было очень много таких моментов, когда... Все, я типа такой делаш крутой, блин. А на самом деле меня там просто разбирали потом, и все. Я ничего не мог сделать. Поэтому вот мне интересно, пройдем мы или нет. Конечно, когда мы проходим все три попытки идеально, это вообще шик и блеск. Так, бородавочника сейчас мы распилим. Распилим, распилим. Ну, да. Так, прыгун, иди отсюда. Слушайте, ну мой мечник, ну слабенький, конечно, но наносит все равно нормально так урону. Давай, 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 базу, базу уничтожаем, ребята. А-а-а, чуть-чуть не хватает. Есть, замечательно. Пока я там на рыцаря смотрел, на черного, мы завалили базу. И получаем с вами что? 5 карточек нашего тигра и 7 карточек бородавчика. Все, ребята, теперь мы вздохнем спокойно, потому что мы идем с вами на основную сюжетную линию. У нас с вами 5374 голды. Этого не хватит, но я буду прокачивать ведьму. Вы просили ведьму, будем прокачивать ведьму. Потихоньку, полигоньку, но надеюсь, вскоре она себя проявит. И мы посмотрим, насколько она уберная, как вы мне это говорили. Ну что же, у нас с вами первая карта. И здесь кто у нас? Угу. Здесь у нас... Как же их звать-то? Пришельцы, короче, да? Захватчики. 57-й, 55-й уровень, ребята. Ай, красота. Слушайте, а давайте мы с вами возьмем вот эту летучую мышку и посмотрим, как она будет себя вести, а? Почему бы и нет? Только вот куда бы ее, ребята, взять? Вот что я думаю. Хм, вместо лучницы? А что, как вариант, можно? Как вариант, можно... Или вместо некро. Давайте вместо некро. Давайте попробуем, ребят. Мне вот, вот давно я ее хотел просто к себе в команду, эту мышку летучую, чумную. Поэтому я думаю, что вы, наверное, тоже не против. Тем более я читал комментарии по одной имбовой сборке. И там эта мышка присутствовала. Да-да-да, именно она присутствовала там. Поэтому, ребятушки, мы с вами так и сделаем. Вот отсюда просто уберем некро. Так... Хотя я не говорю, что некор полха. Нет, она очень даже хороша. Но вот мышь летучая мне, извините, милее, так скажем, по душе. Милее по душе, я даже за нее еще не играл, а уже распинаюсь. Так, а вот сюда мы поставим на раскачку некро. Хотя можно даже не некро, ребят. Сюда надо кого-то брать посолиднее. Как сказать, посолиднее? Того, кого у нас еще нету, ну хотелось бы. Давайте тыкву лучше мы поставим, пускай она качается потихоньку. Фух, так, ну что же, прикольная тыква. Ну, мы с вами будем сейчас юзать и смотреть, как оно у нас, это дело, пойдет. Поехали, ребят, в бой. Если она себя проявит отлично, то я буду только рад. Если она меня подведет, я немножко даже расстроюсь. Главное, чтобы у нее срабатывало как можно чаще этот кислотный плевок. Так, посмотрим, что они на это скажут. Но мышка, ребята, не дешевая, сами видите, 225 маны стоит. Надеюсь, она этого стоит. Ну-ка, запустим ее. Будем смотреть, как она. Отлично, плюет, все замечательно. Как мы знаем, ее никто не может задеть. По крайней мере, вот из ближнего боя. Я еще прикрою это все своей ниндзей. И да, ребята, первый раунд за нами. Вообще, изейше прошли.
Так, ну что, мышка пока вроде бы нормуль. Посмотрим ее в более сложной ситуации, как она будет себя проявлять. Так, смотрим здесь. Твою ж дивизию. Тут у нас хищнец. Я помню, ребята, что вы говорили мне по поводу хищнеца. Позволить ему подбежать поближе. Но мне почему-то страшно, что он сделает прыжок, и я не успею отреагировать, ребят. Понимаете? Вот, смотрите, вот он идет, да, идет. Да, ребята, вы правы. Нечего бояться, он делает прыжок перед самой базой. Так что все, теперь у нас будет хорошо. С этими, как говорится, монстриками мы разобрались тогда. Ой, вообще, это самый легкий, ребята, уровень. И смотрите, второй раз нам выпадает карточка базы. Отлично, я рад. Идем пока замечательно. Так, кто у нас здесь прибавляется? Ой, пришелец, вот это уже похуже будет. Но здесь зато нету прыгуна. Хищница. Так, давайте, ребята. Я знаю, что он будет его вызывать в первую очередь. В первую очередь, поэтому мы ничего пока не будем. А если и будем, то, пожалуй, давайте. А что если я вот так вот делаю? Да-да-да-да-да, давай, пролетай мимо. Не нервируй, как говорится, меня. А мы уже тут с вами потихонечку вот так вот начнем. Слушайте, а интересно, мышь тоже может похитить или нет? Наверное, сможет. Оп, может? Блин. Мышь такая плюет. Да, далеко она, конечно, не улетела. Так, иди ты отсюда, ты меня нервируешь вот. Не могу я просто. Так, смотрим, ребята, смотрим, у нас стрелок. Да, хотел посмотреть, как он будет бомбить, но ничего не успели. Все, тут тоже вообще легко, ребят, прошли мы с вами. Мышки просто заплевывают любого. И это круто, очень круто. Так, поехали дальше. Ну, как видим, тут еще и уровень такой, знаете, слабенький. Когда будут такие мощные ребята, мы с вами, наверное, запоем другую песню. Ну, а пока наслаждаемся легкой, так сказать, жизнью. Так, ну что, ждем прыгуна-хищница. Где он там прыгает? Я не знаю, что он должен появиться первым, нет? Специально так делаю, да? Ладно, я выставлю голема. Ну, ты смотри-ка. Немножко не так все пошло, как я рассчитывал. Ха-ха. Хорошо. Так, вот только тебя тут не хватало еще. Тритон, ё-моё. Бумс. Не понял я. Хищнец, воу. Ёлки-палки, ничего себе он тут наяривает. Так. Да, мышь великолепна, ребята. Великолепна, она очень далеко стреляет. И никто ничего не может ей сделать. В общем, я был прав. Но в идеале, если ей прокачать четвертую звезду, вот тогда она вообще будет супер-пупер. Ну, про пятую я, конечно, вообще молчу. Слушайте, интересно, а вот если мы прокачаем, предположим, вот персонажа до 5 звезд и будем дальше доставать карточки, эти карточки как? Будут перерабатываться во что-то другое или как? Вот хотелось бы мне это узнать. Если кто, у кого есть, ребят, 5-звездочные персонажи, пожалуйста, подскажите мне, что делается с карточками, которые выпадают. Или они просто исчезают. Так, ну что, ребята, у нас здесь босс будет. Босс, у нас здесь пришелец. У нас здесь, короче, трехзвездочный только страж и тритон. Остальные... А, нет, босс, босс, ребята. Лорд пустоты. Вот его как величать. Лорд пустоты. Надо запомнить. Ну что же. Вперед, ребята, у нас с вами последняя попытка. Вся надежда на моего дедушку. На моего дедушку, ну, на дедушку скелет, я имею в виду. Игрового, естественно. Будем с вами разруливать здесь. Ну, что, никого не вызывает? Ладно, ждем, ребята, ждем. Копим максимальное количество маны. Слушай, что-то странное здесь творится. Смотри, он не вызывает никого. Мне... Ага. Ну ты, ну... Ой, тихо, тихо, тихо. Ой, ты посмотри, как он быстро бежит-то. Ну, давай тогда встретим его. Встретим и вот так вот еще сделаем. Так. Отлично, мы должны его тут распилякать. Зачем я сейчас выпустил вот этого? Кто мне скажет, ребят? Ой, не-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 не. Не похищай, пожалуйста, не похищай. Похитил, гад. Он все-таки похитил, ребят. Я жду деда. Вот и дед вышел. А он сейчас сразу, как повторюша, дядя Хрюша, начнет сразу же тоже своего босса вызывать, ребят.
Да-да-да, конечно. Тритон, ты сейчас получишь от моей этой летучей мышки. Так, ну где босс? Не вижу лорда пустоты. Не вижу я, ребята, его. Упс. Ха-ха-ха, пардонче. Вот он. А вот и лорд вышел, ребят. Ну, сосунок против деда-то попер, а? И получил. Все, ребята, победа за нами. Я нас поздравляю с прохождением первого уровня. Первого, так скажем, континента, который был за пришельцев. Фух, сундук захватчика. И что мы получаем здесь с вами? Слушайте, довольно неплохие карты. Борода очень хорош, жаба боевая хорош. Ну, а этот пришелец сам по себе не особо хорош, но все равно приятно. И мы с вами переходим на фракцию людей. Естественно, мы сразу выбираем другую колоду. Вот эту вот. Слушайте, блин, мне так захотелось мышь сюда перекинуть, но нельзя, ребята. Она устала, и она должна отдохнуть. Ну, а мы с вами будем тогда так играть. Да и лучником здесь справимся, если честно, да? Кто у меня здесь? Ой-ой-ой, у меня тут слишком дорогие карты, ребята. Боевую жабу надо вызывать. Она первая пойдет у меня, которая будет здесь воевать. Надеюсь, справится она. Да должна, по идее. Мне бы только дожить до моего вот этого. И все. Бумс. Отлично. Хорошо идет. Хорошо идет, ребята. Все, разбираем просто всех налево и направо. Естественно, всадника на журавле. Блин, ну вот нифига он не похож на журавля. Вот на цаплю похож, но никак не на журавля, блин. Сколько раз я уже это говорил. Сбился со счету. Галимая цапля, ё-моё. Так, ладно. Так, давай. Пробиваем, ребята, базу. Ай, хорошо, и красота-то у нас какая здесь получается. Иди ты отсюда. Достал, пришел он тут. Да, но не забываем, ребята, что... О, тихо, карточку, деньги. Не стоит забывать, что у людей есть довольно сильные юниты. Будем надеяться, что они не войдут в этот состав. Ну да, по-моему, я узнаю этот составчик, ребята. Это где будет вор потом, убийца. Кто там еще у них в этот состав-то входит? Вор. По-моему, здесь грифона не будет. И это самое главное, чтобы не было здесь грифона. Он меня, знаете, прекрасно раздражает, как и мышь летучая. Так что будем надеяться, что его не будет здесь. Так что, ребятушки, давайте расстраивать свою армию и... Куда ты пошел? Давайте так же будем повторять. Но здесь у нас тоже, ребят, согласитесь, недешевая колода. Недешевенькая. Но зато мощная. Так, ну вот куда ты идешь, а? Куда ты вот идешь, я не понимаю. Так, ладно. Давай, журавль. Наяривай. Вызовем, ребят, поддержку. Опс. Ха-ха. Всех просто сдуло. Великолепненько. Так, давай еще. Слушайте, ну здесь вообще, ребят, сегодня игра у нас... Такая, знаете, лояльная, легкая. На подъем. Идем мы с вами один уровень за другим. Пока никаких абсолютно сложностей нету. Ой, хотелось бы, чтобы так и дальше было. Да, у них здесь прибавляется уже лучник. Лучник четырехзвездочный. Ну, в принципе, как и у меня. Но я думаю, что мы все-таки хитрее и проворнее. Поэтому быстрее будем ложить их, как говорится, на боковую. Так, погоди секунду. Не торопись. Не, давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Успеем? Да, успеем. Потому что маг-воин, он все-таки сильнее будет, чем боевая жаба. Причем у него есть вероятность поставить себе отражение. Отражение урона. Карточка, это хорошо, ребят. Карточки я вообще обожаю, когда выпадают. Да, пускай одна штучка, две, но все-таки, ребята. И вот что я заметил, что лучники, ребята, вот именно лучники, здесь самые ватные, по-моему, из дальнобойных войск. Любой каприз, и они все, они падают, ребят. Там плюнь на них, они рассыпаются. Кто это орет-то там, я не могу понять, так ужасно. Ну, кромсаем, ребята, базу кромсаем. Никакого отдыха, да. Ух, слушайте, что-то как-то мне не верится даже к своим глазам, ребят. Ну вот, я, в принципе, и был прав. Здесь воришка, ну и потом уже здесь добавляется босс. Отлично просто. Хотя здесь можно было бы даже, наверное, ребята, взять
Да, другую колоду. Ну ладно уж, дойдем, пройдем именно этой. Так, здесь воришка будет, не забываем об этом. Ой-ой-ой-ой-ой, как мне быть? А как мне уловить-то, эй? Так, вот он в инвизе. Ха-ха-ха. Нет, не нанес, фу ты. Повезло нам. Нам, ребят, с вами крупно повезло. Ой, обожаю, когда она поджигает войско. Просто замечательно, ребят. Так, вот он. Захотел в невидимости, а он и так ушел в нее. Эй! Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка, боевуха, давай. Накажи-ка его. Да. Нечего, как говорится, бродить по нашему полю. Топтать кукурузу. Давай-давай-давай. Пробиваем, ребята, замок. Это у нас предпоследний, да, это у нас предпоследний уровень. И это будет вообще великолепно, потому что потом будет последний, заключительный. Слушайте, мне еще нравится, что всадник на журавле все-таки имеет способность отхиливаться. То есть восстанавливает здоровье. Это очень хорошо, потому что когда он стоит, ну, скажем так, без боевых действий, он восстанавливает себе здоровье. Это очень большой плюс. Кстати, я что-то не понял, у меня арена первого места. Я еще не могу взять ревард. Давайте-ка глянем, а, ребят. А вдруг я все-таки уже могу? Да понятно это все. Нет, через 3 часика, ребят, я заберу свой. А что у нас там разыгрывается? Ага, 24 карточки хищница. Ну и еще, видимо, там какие-то вкусняшки будут. Пока я на первом месте. Слушайте, ребят, чего мне стоило сюда попасть, если бы вы видели, как я вчера парился. Ну, это было за кадром, конечно, все. И хорошо, что это было за кадром, потому что там жесткая была драка, битва такая. Я там весь на эмоциях был. Но, тем не менее, как видите, на первом месте. Слушайте, а может быть нам вот эту взять колоду, а, пока, ребят? Или не стоит? Уж будем добивать тогда, да? Будем добивать. Начали, как говорится, этой и закончим. Поехали. Мы здесь будем с вами против богини... А, нет, против короля. Богини света — это у меня. Поехали. Ну, вы знаете, да, на что способен король? Когда он в ярости, он бомбит не по-детски. Мы с вами на поле боя, видите, стрелы летят. Так, ладно. Что он там притулился? Он что-то хочет, ребят, он что-то задумывает. Ах, вот ты как! Хорошо. Давай тогда мы вот так вот сделаем. Блин, мне нужна, ребята, манна. Он меня отвлекает. Это он выкидывает, ребята, для затравочки, поверьте мне. Чтобы я отвлекся, а он в этот момент просто-напросто сидит и копит манну. Ага. Тут у нас отлично. Все, ребят, я буду копить на богиню света и ее, естественно, вызывать. Давай, давай, родная, выходи. Отлично. Слушайте, я думаю, что уже 70% победы у нас в кармане. А вот это вот не надо, вот этого не надо, хорька. Жги его, богиня. Ай-яй-яй-яй-яй. Как он все-таки бомбит, не по-детски. А вот, ребятушки, и король вышел. Только бы не пробил. А мы вот так вот сделаем. Поможем. Поможем своей королеве. Испугался? Вот, и журавлик его там потихонечку пробивает. Красота, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Упало, упало, ребят. Ну и вон и король тоже упадет. Да. Смотрите, никто не может ничего сделать моим журавликам. И они спокойненько сейчас разбомбят базу. Вот что я вам хочу сказать. Классно. Мне понравилось, идеально. Ну вы согласитесь, да, что король вражеский был очень и очень силен. Мы его не смогли пробить. А он с удара просто мою богиню света положил. Ну что же, мы с вами переходим на карту нежити. И давайте посмотрим, кто здесь. Ага, началось, ребята. Это та самая зловредная колода, которая у него будет играть вот в этом сезоне. То есть с летучей мышью. А вы прекрасно знаете, что... Я даже не знаю, кого взять. Нет, мы сыграем с вами этой, конечно, колодой. В общем, у меня вся надежда на то, что баллиста будет достреливать до этой летучей мыши и будет ее просто-напросто сносить. Но вы знаете, что эта колода не дешевая далеко. И нам придется с вами... Придется как-то выкручиваться. Опачки, опачки, ты смотри, что он сделал. Нам придется, ребят, вот так с вами поступать. Почему я вызвал паладина? Потому что он может подбивать, да-да-да, именно вот так вот.
И вызываем баллисту. Баллиста, как мы помним, может травить. И видите, как она бомбит. Сразу несколько целей она пробивает. Это очень хорошо. Это очень замечательно. То есть, если появляется летучая мышь, а она появляется далеко на горизонте, видите, что мы делаем? Смотрите. Просто два выстрела, и ее как будто здесь не было. Вот в этом вся и прелесть нашей баллисты, ребят. Слушайте, мы, возможно, даже очень неплохо с ним подружимся в ближайшее время. Я имею в виду с баллистой. Очень хорошо он нам помогает. Посмотрите сами, да? Он против наземных целей действует и против воздушных. Причем у него вылетает не одна стрела, как наш лучник делает это, а три. То есть он может две наземные цели и одну воздушную. Или наоборот, две воздушных и одну наземную. Вообще красота. Ну, стоит, конечно, недешево. Блин, а вот здесь вот немножко плохо, ребята. Потому что Каспер, который будет летать по земле, он будет, как говорится, наносить урон нашему стрелку, нашему баллисте. И тот будет падать. Я не знаю, как он по хпшкам крепок не... вот он выпускает этого Каспера занудного. Ладно, хорошо, мы с вами будем как-то стараться, ребят. Давай посмотрим. Слушайте, ну тяжелым юнитом он особого вреда не наносит. Сейчас мы посмотрим, что у нас. Давай бордавщика вызовем вначале. Как-то надо нам отбиться от этих танков всех, которые на нас прут. И уже будем с вами проверять баллисту в деле. Так, надо прикрыть. Пока. Вот смотрим, вот здоровье, смотрите, ребят. Оу, довольно много наносит, ребята. Довольно много наносит урону. И буквально с трех раз он просто завалит баллисту. С трех раз, ребят. Да. Но зато против танков этот привидение вообще ничего не может сделать. Пролетает просто как будто не замечая их. Да и мои танки его даже не чувствуют. Так, здесь нету, ребята, здесь нет никакого привидения. Здесь есть, помните, да, мы этого служителя тьмы? Как мы его только не называли, как мы его только не проклинали. Что он делает? Он делает следующим. Он высасывает жизнь из наших юнитов и возвращает эту жизнь своим монстрам. То есть летучим мышам и големам. В общем, перекачка идет. Вампиризм только не в себя, а другим. А другим своим юнитам. Так что, ребятушки, давайте будем стараться выдерживать здесь эту напасть. Будет тяжело. Да, это служитель тьмы очень далеко стоит. Очень далеко у него применяется эта способность. И здесь как бы... Здесь было... А, вот баллиста как раз здесь и будет нам кстати. Здесь еще летучая мышь, да, по-моему? Так что как раз все то, что нужно. А вот и вышел он. Так, пардончи. Погнали. Оу, не повезло. Так, ну давай, баллиста. Там мышь уже вышла летучая. Что ж ты ждешь-то так долго? Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично, карточка, карточка обязательно заберем. Такие редкие персонажи на дороге не валяются, ребят, у нас. Да, я все-таки не ошибся. Баллиста превосходен. Я думаю, что и ведьма тоже будет что-то из этого класса. Так, ману заберем. Победа. Хотелось бы, конечно, прокачать ее как можно быстрее и посмотреть, что она из себя представляет. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут-то, конечно, будет плоховато. А знаете, почему будет плоховато, ребят? Потому что здесь есть привидение. Здесь есть летучая мышь. То есть сборочка такая. И плюс еще некро. А некро, как мы знаем, самое вредное из-за того, что вызывает орду своих зубастиков. Ой, ладно, я постараюсь, ребят, я постараюсь как-то выжить здесь, дать достойный отпор. Это у нас предпоследнее задание, ребят, не забываем, предпоследнее. А вот и некро вышла. Вот она и вышла некро, ладно, что же нам тогда сделать? Давай попробуем вызвать баллисту, ребят. Ай-яй-яй, хотя нет, все нормально. Я думал, что я зря это сделал. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ну, пробей, пробей, сейчас же упадешь. Ой, как он быстро падает, ребят. И вот этого я не ожидал.
Слушайте, я думал, что он будет хотя бы держать удар. Вот как вот, я не понимаю, ребята, вот эту нашу базу, вот честно вам скажу. Вы увидели, сколько она сейчас стреляла? То она один раз может выстрелить, то бомбит как ошалелая. Не знаю, как у нее тут все это дело рассчитывается. А вон и бабушка Некра вышла, да? Давай, 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 стреляй, 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 родной. Так. А почему ты по мышке-то не стреляешь? А, все, я понял, ребята. Его отвлекли эти головастики. Его отвлекли головастики, ребята. Ну, да что ж ты, посмотри, что эта мышь, ребята, делает. Их там две уже. Их там уже две. Ну, баллиста, жги. Ускорение, срочно берем ускорение. Хе-хе-хе. Да, за счет ускорения мы здесь, ребята, и выиграли. Потому что он еле-еле там подошел, пока начал стрелять. Слушайте, ну здесь-то что? Здесь нет привидения, здесь у нас появляется мышь. Точнее, продолжает нам компенсировать мозги. Плюс некро и служитель тьмы. Так. Ну что, была не была, ребята. Это наш, наверное, будет заключительный бой на сегодня. И я надеюсь, мы его достойно пройдем с вами. Тут король. Точнее, король у меня. А у него... У него кто там? Дед? У нежити, по-моему, дед. Так, вот он. Вот он что делает. Срочно нужно вызывать. Блин, мышь сейчас нас раскатает, ребят. Если я не вызову баллисту, нас раскатает здесь. Так. Ему три раза нужно выстрелить, ребят. Да, три раза. Так, тихо, тихо, тихо. Ты что разошелся-то, эй? Блин, он мне не дает, ребята, возможности вызвать короля. Хотя вот, есть, я его вызвал. Я вызвал короля. Ну, король, бомби! Е! Так, давай этого... Опс, с удара просто. А вот и дед вышел, ребята. А вот и вышел дед. Черт, давай, давай, поможем. Поможем королю. Ай, хорошо, ребята, дед сейчас упадет у нас. Он должен упасть. Е! Так, заморозка. Как же я промазал заморозку? Давай хотя бы вот так вот сделаем. Карточка некро. Ну, 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 давай, 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 давай. Есть! Ребят, мы достойно с вами прошли этот уровень. И я думаю, что вам понравился. Ну что ж, давайте посмотрим наш приз. Так, две карточки Банши и 9 карточек Деда Скелета. Отлично просто. И мы с вами переходим на фабрику. На завод, так сказать, роботов. Ну-ка. Так, здесь энергии у нас нет, ребят, к сожалению. Здесь тоже нет и здесь нету. Блин, ни одной энергии нету. Плохо. Но этим составом, ребят, естественно, я никуда не пойду. Он сам ведь не раскачанный, ни к чему. Тогда мы с вами будем на этом и закругляться. Естественно, всем большое спасибо за просмотр. Поддерживайте лайком. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых видосиков.